Запись пошла? Можно говорить? Запись дубля. Спасибо. Добрый вечер. Сейчас видите с таким вот льдом, потому что обжег два пальца, когда вытаскивал Дорадо из духовки. Я хочу показать, маленький сделать обзор вещей, которые я заказал в интернете. Почему ты врешь? Ты не из духовки вытаскивал Дорадо, обжег пальцы. Ну ладно, какая разница, она уже была... Большая, ты сказал большую глупость. Взял, схватил этот противень, говоришь, со стола пусть каждый себе возьмет. Ты видел, как мы отдирали? Как бы люди, сидящие за столом, могли бы вот так сидя, отодрать каждый себе куску рыбы из общей горячучей тарелки. В качестве оператора сам Элдон. Спасибо. Да. Так. От бестолковой башки бывают ожоги. Значит, я хочу сказать, я заказал себе вещи в интернет-магазине. Сейчас скажу. Это все за деньги, никакая реклама. 2000. Как интернет называется? Streetwear. Забрал на новой почте. Смотрите, дали в подарочек мне такие вот наклейки. Правда, я не знаю, для чего эти наклейки. Я думаю, скорее всего, на ноутбук. Где ж шоколад? Так. Знов. Тут у меня такой вот свиншот черный. Вот. Черные спортивные штаны. Видите? Мерей, мы посмотрим. Классно, что упаковано. Таких вот. Снимаешь, что ли? Да, сейчас я посылку хочу снять. Все упаковано вот таких вот, видите, мешочков и вот такие вот футболки. Безумно можно быть первым. Безумно можно. Оранжевую, желтую и еще одну черную. Футболки, сейчас скажу, почем футболки. По 208 гривен, штаны 700 с чем-то и 700 свиншот. Вот, я, наверное, начну... Свиншот? Да, свиншот – это вот такая вот кофта. Вот, вообще, Вика, которая жена Никиты, вот, она очень понимает все в вещах. И она мне рассказала, Вике, привет, что есть такое понимание... Свитшот. Свитшот, я сказал свитшот. Свиншот. Свиншот я сказал? Свитшот. Да. Вот, и она сказала, что у каждого человека должна быть капсула. Что такое капсула? Это вот когда... у тебя пару разных вещей, которые ты можешь компонировать и можешь на всякие случаи жизни. Вот у меня капсулы нету, и я ее потихоньку собираю, вот эту капсулу. Поэтому свитшот открываем. Размеры я не знаю. Вот я брал самые максимальные, это XL, потому что это интернет-магазин, и как бы я... А тянешь кота за хвост, я мирей. Из интернет-магазинов. Мирей. Вот, смотрите, XL-ский такой свитшот, он большой. Покажи сблизи его. С айфоном так еще большой. Ближе. Мне кажется, будет большой на меня. Нет, большой на тебя не будет. А мне кажется, ты привык обтянуться, как сарделька. И штаны. Ты показывай, что ты пакеты показывай. Мирей давай. Самое, я не могу, пальцы болят. Ты видишь, так тогда не мирей. Тогда будешь снимать видео, когда кальций перестанут болеть. Тяна, сопли. Давай. И штаны. Тоже XL. Бабушка НЛО. Ну, мери. Сейчас приду. Жми на стоп. Як мусорщик. Да, сколько ти за це заплатив? Ну, таке красиве було на рисунку. Хлопець то я. То хлопець красивий був. А тут якесь таке непонятне. Ні, ну ж так. Борщик. Зборщик подачі. Ні, ну штани ще, знаєш, в своєму стилі. Жопу потеряв. Не, штаны еще полбеды. Что, нехорошо? А видишь, материал какой-то не такой. Этот мягенький, а это какой-то, как это, как спецовка. Угу. Твою мать. Сколько тысяч в сраку? Шо, ну, что можно носить? Ну, оно у тебя небольшое, нормальное. Так и. Село червоне дышло. Псарня.
Ну и Коль. Ты самый лучший. Наклейки. Мне нравится. Оно очень классно на мне сидит. Сразу очень вышел, глянь, такие деловые. Стоял такой неуверенный, я выскочил, такие деловые. Удобные легкие штаны. Кстати, вот эти такие рукава удобные, они такие длинные. Удобные рукава. И здесь очень классно. Какая формулировка хорошая. Удобные, да, рукава. Удобные рукава. И вот сюда надеть какие-то красивые кроссовки. И очень хорошо смотрится. Ну, еще, может, килограмм 5 набрать, видно, не буду. То есть, ну, ничего. Штаны нормально. Удобные, они не обтягивают. Угу. Меряй другую футболку. Ой, это тоже наклеечки. Будьте, будьте, будьте. Безумно можно быть первым. Безумно можно быть первым. Смотри, какие тут кот, банан. Но драма и лама. Это оверсайз. То есть большой. Овер, это большой. Да сними футболку, одень нормально. Не на футболку. Ты что, калхадран? О. Ни к чему она. Что, она красива? Оверсайз. Не? Что вы делаете в тренажерном клубе? Что это за девочка? Тебя когда-то я тренирую. По-моему, что-то все на месте. Считайте меня легкомысленной. Футболки мне заказал в интернет-магазине. Че, мне нравится, она хорошо смотрится, эта футболка. Другое дело. Мне очень идет цвет этот. Еще и косить. Золото еще есть. Еще не конец? Нет, еще не конец. Тоже наклеечки. Вот это самое одинаковое. Тоже оверсайз. Это подлиннее. Видишь? Оверсайз. Что самое главное? А что с грудьми? Хорошо у меня грудь. Что за грудь? Накачанная грудь, ничего не понимаешь. Да уж. И черно. Тоже наклеечки. Класс. Дашь папе, он наклеен на холодильник. Боярский на черном фоне. Обычная черная. А если тебя на черном фоне поставить, сфотографировать? Красиво? Зачем? И все? Еще одна черная. Господи, конец будет все. С примеркой. Тоже наклейки. И сколько эти вещи стоят? Футболки по 200 гривен. А как их что? Что там? Ну, я не знаю, сейчас посмотрю. Что там материал какой? Да понятно, что такое черная футболка. И вот это что? Это бач побольше. Материал. 100% коттон. Хоть что-то. Это сильный опек, да? Зачем ты бы хватал? Спасибо. Все. Пожалуйста. Что,
что, не красивица, что ли? Не знаю. Я бы такое не носил. Дай потрогать именно. Ой, брезент. Хорош. Фу, роба. Как дурак делает. Ужас. Выключать?